В Украине открыли не имеющий аналогов в мире парк коррупции. Интерактивный проект организован представителями программы «Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине». В парке учат, как правильно провести обыск, найти доказательства коррупции и арестовать подозреваемого в виртуальной комнате. Все подробности у нашего украинского субкора Аиды Кадырбай. Интерактивная комната «Страшный сон коррупционера» пугает не на шутку. Эффекты для нечестных на руку чиновников, как из фильма ужасов, организаторы парка предупреждают, коррупция и спокойный сон – это несовместимые вещи. А вот шикарная комната взяточника. Тут простым посетителям задаются непростые вопросы. Где в этой комнате спрятаны зарплаты более 4000 украинцев? Найдите бюджет Национального художественного музея Украины. Где тут хранится более 100 тысяч обедов для украинской армии? Нажимаешь кнопку с вопросами и получаешь интерактивный ответ. А если ты хочешь арестовать коррумпированного чиновника, одевай шлем виртуальной реальности. При помощи специальных рук-джойстиков можно поучаствовать в проведении обыска, найти улики и арестовать подозреваемого. Такого парка нигде никогда не было. Это беспрецедентный парк. О коррупции никто пока так не говорил. Поэтому мы надеемся на то, что этим заинтересуем и других акторов, и в других странах, может быть. Потому что это новая форма донесения информации о теме, которая обычно считается до того серьезной, что нельзя его в формате вот entertainment так вот предоставить. Сверху парк коррупции напоминает ящерицу, которую в случае потери хвоста отращивает новый, а вблизи купола интерактивных шатров с тематическими комнатами, похожие на большие мыльные пузыри, символы пустых обещаний, которые всегда сопровождают коррупцию. В парке коррупции предоставлено 9 надувных куполов общей площадью более 700 квадратных метров. Наша задача здесь рассказать, почему так важно создание высшего антикоррупционного суда, которого мы очень ждем. И мы очень надеемся, что еще во время этого проекта закон будет принят и суд будет создан. Потому что это самый последний, самый маленький кусочек пазла, недостающий для того, чтобы все заработало на полную мощность. Вся информация в парке предоставлена Антикоррупционным бюро Украины, прокуратурой и военными, говорят организаторы. Именно такой подачей фактов посетители парка самостоятельно пройдут путь от понимания, как работает коррупция и чем живут коррупционеры, как и кто ей противодействует. И главное, как можно и нужно бороться с одной из главных проблем госуправления. Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24 из Украины.